Слово для прессы предоставляется... Во Владивостоке отметили победителей Кубка России по спортивному ориентированию. В соревнованиях на дистанциях спринт, общий старт, выбор и марафон приняли участие более 170 спортсменов из 8 регионов. Приморцы завоевали 7 медалей разного достоинства. 4 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовую. Лучшими из приморских спортсменов были студенты ДВФУ. Среди мужчин Валентин Козявин, у него 2 высших награды. Среди женщин Анастасия Потапенко и Алена Свистун, которые выиграли по золотой медали. Приморские велогонщики закрыли сезон. На острове Русский прошел заключительный этап открытого Кубка Владивостока по велоспорту на шоссе. На полюбившейся уже трассе на острове Русский, которая ведет на канал, атлеты провели 2 гонки. Личную с раздельным стартом на 6,5 километров и массовую на 56. В первой у мужчин победил Олег Голубев, во второй – Константин Солюков. У женщин первенствовала Татьяна Старикова, которая стала обладательницей Кубка. По итогам всех этапов среди мужчин победителем первенства стал Олег Голубев. У ветеранов главную награду присудили Сергею Быкову. Очень даже хороший рельеф, ну, приморский рельеф со спусками, с подъемами. То есть не равнина, не столб, а именно вот то, что интересует любителей циклических видов спорта. Во Владивостоке подведены итоги открытого чемпионата по восточному боевому единоборству карате досетакан. В нем участвовали более 110 спортсменов со всего края. Разыграли почти 30 комплектов наград среди каратистов от 7 лет и старше. По итогам регионального чемпионата будет сформирована сборная Приморского края. Павел Зайцев, «Панорама».